мой отец, бабушкин Михаил Порфирьевич, погиб в районе деревень Молитвенно Бондарева Усвятского района Псковской области, где и был захоронен. Воевал в составе 353-го стрелкового полка 47-й стрелковой дивизии. При проведении мною разыскных работ выявлено, что согласно боевому донесению командира 353-го стрелкового полка от 26 сентября 43 года полк вел боевые действия за высоту Усвятская. Ранее о месте захоронения нам не было известно, но теперь мы знаем, что имя моего отца увековечено на братском захоронении в деревне Шершни Усвятского района, сельское поселение Усвятская волость Псковской области, о чем уведомил глава сельского поселения Емельянов Олег Олегович письмом от 25 марта 2020 года, номер 66. В июле текущего года планируем поездку на братскую могилу.